Баарына салам достор, сиздер футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз, подписчикка кнопкасын басып, жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз, экраныңызды чоңойтуп алыңыз. На Бираски. Бираски простреливает, и второй мяч влетает в ворота Милана. Как же они здорово это разыграли. И второй раз вскрыт Милан вот такой передачей поперечной. Хорошая подача, и Неймар открывает счет в этом матче. И посмотрите, какая эмоция. Чуди, прострельная передача, можно забивать 1-0. И забил Рэмзи, подобрав отскок и подкараулив этот мяч. 1-0, Ювентус выходит вперед. Продолжать. Опять ошибка в передаче, но мяч возвращается к футболисту Юнайтед, и Гало. Ух ты! Ну что, работает статистика. Если Адеон и Гало выходит Юнайтед в старт. Рэмзи, Дибала. Ой, здорово. Ой, Дибала! Красавчик кладет, какой мяч Дибала, 2-0. Роскошь! Просто роскошь! Устраивает Паулу Дибала. Кому он бежит? Теперь возвращает на Иличича. Мяч подлевает, вынимает. Хэт-трик Йосипа Иличича! Мари играет дальше. Прострел Сараби, мяч с рикошета заходит в ворота. Кажется, на пути этой передачи под дальнюю штангу попался Хуан Бернат. И попался... Ой-ой-ой, какая проблема сейчас будет. Да. Вот откуда ни возьмись, второй мяч влетает в ворота Эйбора. Ошибается защитник, прилично ошибается. Которая сейчас так нужна клубу из Линца. И под это скандирование Ласк пропускает третий гол. Мяч засчитан. Хуан Мата и Уартер. У которого поставленный удар, но удар заблокировали. Подача и гол, который забивает Камиро. Ничего себе, 1.5 метра в прыжке. Он забил. Низу передачу сделал центр штрафной. Херман дальше. Удар Эмболо. Гол. 1-0 Гладбах. На 32-й забирает. Смотрим. Хитрюга. Все-таки не вытащил Дмитрович, но имел все шансы и, наверное, расстроен. Иличич, 2-1. В другой угол, ну, в первом случае он не в угол, конечно, бил. Поменял направление удара, и он тоже становится точным. 2-1 Аталанта. Разбег удара, и 1-0. Андреа Петанья громогласно приветствует этот успех. Все на скамейке запасных. И как здорово. Поймали. Ласк на контратаке. Футболисты Ман Юнайтед. 2-0. Это Дэниел Джеймс. 22 года. И завершаем магию двоек. Джеймс. Продолжил играть. Так что... Внимание! Пас-то какой классный! И... 3-2! 3-2! Забивает третий мяч Валенсия. Это Ферран Торрес. Яна теперь уже Шарлес. Разбег, удар! Гол! Забивает Эйбор. Все-таки один мяч откидал. Включается эта сирена, которая пытается взбудоражить. Гладко. Удобно, комфортно складывается для Аталанты. Но вот сейчас передача опасная. И момент продолжается. 1-1. Забивает Валенсия.
атака Дженуа. Тони Санабрия проходит, подает и мяч улетает в ворота. 1-0. И забивает Горан Панди. Это можно было... Футбол не играют. Хватают за шорты Марка Ута. Он все-таки забивает. 2-1. Марк Ут стрелял сегодня и все-таки попал. Такой третий или четвертой попытки. Забирал мяч и подолгу возил футболистов соперника. Вот момент, и все-таки от штанги мяч влетает в четвертый раз в ворота Ласка. Удара дойдет ли дело? Вот удар Златан! Забивает Златан. Засчитан ли этот мяч? Засчитан, судя по тому, что отбирают. Ушуну мен видеоз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Жакса лайк басыңыздар.